Друзья, всем привет из Бау-центра. Давайте посмотрим растения, которые на уценочке. Я смотрю, тут есть орхидейки. Вот такой, например, белая по 449 рублей. А в этот раз не очень такая дешевая уценочка. Так, вот этот по 249. Ну, тут одни листики, но тоже ничего. Такая без, ну, непонятно какого цвета пока, 349 рублей. А вот здесь красотки еще стоят, цветущие. Смотрите, какая у нее розетка. 399 рублей. А вот такой вот розовая. А вот эту темную хочу посмотреть. Придется все вытащить. Как бы тут... Вот такая, смотрите. По 399 тоже хорошая цена. Так, теперь попасть не могу. Да? На место поставим. Чего себе у нее цветонос какой длинный. Так, вот такая белая по 449 рублей. И вот еще есть уже без цветочков 399 рублей. Так, юка по 999. Большой горшок крупный. Ее подстригли или что? Ну, какая-то прям короткая. Многострадальный. Кодиум. Мисс Айстон. 599. Так, есть антуриумы. 699. 17 горшок. Диффенбахия. Грин. Magic Green 699. Большая. И смотрите, сколько там ростиков. Там уже целые кусты. Опа. Это покажу вам. Вот, смотрите. Огромная уже. Просто огромная. Так. Бегония Latior по 199. Оранжево-красные здесь. Смотрите, какие красавцы. 249 рублей. Много очень цикломенов. 149. Есть с бутонами, с цветочками и без. Сейчас вот здесь вот посмотрим, что здесь есть. Каланхоя. 149. Ну, это диффенбахи не очень, не будем ее смотреть. А, маленькая орхидейка 249 рублей. По 99 толстянки. Вон, даже сансивьерию уценили. Смотрите, у нее тут деточка есть. 399. Ну, блин, ну неужели она стоила 890? Ну да ладно. Ну, это что-то не то. Так. Много еще вот таких вот радисканций. Зебрина вот такая, смотрите. Стоит... А сколько она стоит? 69 рублей. Крашеные эхиверии. Ой, какой бы вытащить, чтобы вам показать. Вот, смотрите. Стоит 99 рублей. Тут целая палетка. Ну и хорошая цена на дикобриз. Правда, не знаю, какого цвета будет. Стоит 149 рублей. Вот их тут штук 5. Остальное каланхоя. Есть еще глоксиния, что такие подъедают, потому что сухие. 199 рублей. Цвет такой сиреневый будет. Все, друзья, это вот такая вот вся уценочка. А, кстати, вот еще давайте кактус вот этот посмотрим. Суккулент, сколько же он будет стоить? 1499. А вот такой и... Вот еще два. Но они страшненькие.
Друзья, если вам было интересно, полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.